Во вторник в Самарской области пасмурно с прояснениями, пройдет дождь местами сильный, днем плюс 11, плюс 13, ночью 4-6 выше 0, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде дождя, в светлое время суток плюс 14, в темное плюс 6, северо-западный 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, дождь, днем плюс 13, ночью 5, тепла, северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 11, ночью 4 с плюсом, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 89%, геомагнитное поле слабо возмущенное.